В вечерний час пик четверга из-за мелкой аварии остановилось движение трамваев сразу трех маршрутов. Прямо на рельсах застыли две поврежденные иномарки – Nissan Tiida и Ford Focus. Водители этих машин ехали наперерез друг другу. Синий автомобиль, которым управлял 65-летний уроженец Еревана, двигался со стороны улицы Волочаевской. Выезжающий от жилого комплекса Дендрария автомобиль такси он видел, но предполагал, что перевозчик нарушать правила не будет и уступит ему дорогу. Он оттуда ехал, я оттуда уезжал. Он отсюда, я же кое-как вот ушел в эту сторону, все равно зад попал мне, что делать? Я уже вперед, я думал, потормозит, я кое-как ушел, он все равно... Вместо того, что тормозит меня. О том, кто в этом ДТП не прав, мужчины и не спорили. Таксист полностью признавал свою вину. Проезду машин авария практически не мешала, но с двух сторон уже подпирали электровагоны, за которыми начала скапливаться трамвайная очередь. Машины с рельсов участники аварии убрали, не дожидаясь приезда полицейских. После сделанного для инспекторов фотоотчета трамваям освободили путь. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.